заблудившийся путник. Я бывший спортсмен, физкультурник и даже немного поэт. Тут и опять ночь. Ну сколько можно? Их сменщики обещали утром приехать. А оно здесь бывает? Я спрашиваю. Вот именно. Все. В баню. Первой пробы достаточно. Главное, чтобы не растаял по дороге. Я думаю, Воссу понравится. Еще как понравится. Здесь же не паханое поле. Сейчас мы его вспашем. Слушайте, мне кажется, пора смываться. А то как бы не потревожить местных медведей. Я думаю, им не понравится, что мы тут делаем. Кому тут что может не понравиться? Что-то не видно никого. Они опомнятся, когда наше дело уже будет сделано. Три кусочка снега, который мы сегодня заберем, это невинная шутка. А вот когда босс заберет у них весь снег, это будет большой сюрприз. А я так люблю делать сюрпризы. Что-то бухает. Ой, успокойся, глупыш. Это, наверное, льдина треснула. Спи, маленький. Льдина?
Зачем? Вставай, вставай. Пора завтракать. Ну-ка, иди умывайся. Только никаких катаний с гор. Быстро назад. Скоро праздник. Пора сосульки красить. Можешь сосульку языком лизать, ты можешь ее грызть, а можешь кусать. Посмотри ее на свет, как она хороша, но следи, чтоб не стала сосулькой душа. Ее мне нравится цвет и нравится звук. Это еще что такое? Я же сказала, никаких гор. Ну-ка, живо завтракать. Мама, ты смотри, что случилось. Смотри, какая яма. Какая яма? Что это, мама? Ой-ой, это ведь она ночью бухала, да? Она, да? Ой, не знаю, Элька. Но это очень похоже на тоннель дружбы. О! Ага! Тоннель дружбы! Ну и где друзья? Негодник. Это не простой тоннель. Это тоннель волшебный. Увидеть его могут только те, кто умеет дружить. Но это долгая история. Ну расскажи. Ты ведь знаешь, что наша земля похожа на круглый снежок. Только огромный. Ма, наша земля – это эллипсоид. Ты мне лучше скажи, откуда тоннель взялся. Нам про это в школе ничего не говорили. И вообще, нам сказали, что там даже снега нет. Из чего же там берлоги делают? Так ты не перебивай. У них там другие жилища. Там и вправду снега почти нет. А столько снега, как у нас, в Арктике, нет нигде. Только в далекой Антарктиде. Ужас! Как же они там живут? Да ничего. Вон наш дядя. Уже сколько лет там живет в зоопарке. О, ма! Я хочу в зоопарк! Дядя писал, что туда маленьких тоже берут. Дядя твой тунеядец и... Так! А ну, марш сосульки красить! Ну, ма! Ну, ты обещала про тоннель рассказать. Почему его назвали тоннель дружбы? Оттуда что, друзья вылетают? Дурачок. Друзья ниоткуда не вылетают. А назвали так, потому что через него и подружились животные Арктики с животными Антарктиды. Что-то не видно никого. Наверное, друзья очень глубоко.
ну быстро домой! Мать, не бейте меня! Я ваш друг! Я есть друг! Да я знаю, что друг! Я в курсе! Мы про этот тоннель уже давно все знаем. Ой, значит, вы тоже мой друг? А то кто же? Только позвольте вам сообщить, что настоящие друзья должны из тоннеля вылетать, а не падать сверху, как снег на голову. А я из тоннеля и прилетела, только разогналась очень. А, тогда совсем другое дело. Ой. Тебя как звать? Таша. А я Элька. Айда кататься с горки. Я же тебе запретила сюда ходить. Здрасте. Ой, а это еще что за чудо? А это Таша, мой друг. Эй, ты что делаешь? Есть их пока рано. Сначала надо покрасить. Зачем? Зачем? Смотри. На, попробуй. Ой, как вкусно! А что это за краски такие? А можно еще? Нет, это только на праздник. А краски эти бабушка делает из ягод. Мы красим сосульки перед новогодней ночью. Это у нас такой старый обычай. Крашеные сосульки не просто вкусные, они очень красивы в свете нашего северного сияния. Встреча новогодней ночи – это большой праздник. Да, давно здесь пингвинов не видали. Неужели старые времена наступают? А у нас нет никаких праздников уже давно. А я так люблю петь и танцевать. Был натуральный пингвин. А ведь я могла бы стать балериной. Кем? Ну, думаю, отказаться от этой мысли. Ты знаешь, я бы на твоем месте тоже. Что? Ока! Эй, поди ты! Господи, ты научил? Ну, как же вы там без праздников? Никто не знает. Давно это было. Иди, чего скажу. Элька, не могу здесь долго рассиживаться с этими сосульками. Я сюда прилетела за помощью. За какой помощью? Злые люди пришли в Антарктиду и приручили всех наших родителей. Что родителей? Приручили. Они там сейчас ходят с троем и за какой-то джуз отдают злым людям снег. Ха-ха, да что, снег? Но его же много. Пусть берут. Вам что, снега жалко? Ничего смешного. Это раньше было много. А сейчас у нас там, на том полюсе, образовался край света. А что это? Это огромная яма, где нет ни снега, ни вообще ничего нет. Только звезды. Ого. Понятно. Слушай, а ты думаешь, мы вдвоем справимся? Почему вдвоем? У тебя что, нет друзей? У меня? Нет, конечно. Тоннель ведь только что открылся. Ну все, все пропало. Я никогда, никогда не стану балериной. Стой! Ты куда? Пока, Элька, мне пора. Как это пора? Только друга приобрел и сразу теряю. Так не годится. Элька, ты не волнуйся. Я там все устрою и обязательно вернусь. Вместе со всеми своими друзьями, понятно? Вот тогда и повеселимся. А пока... Ой, что это? Как будто кто-то пилой срезал. А я вчера еще слышал какие-то взрывы. Но мама сказала, льдина треснула. Взрывы? Слушай, вот точно так же и у нас. Такие же следы остаются. Ой, похоже, они и до вас добрались.
Что же это такое? Так значит, наш снег тоже крадут? Ой-ой-ой, тебе что, снега жалко? Его же полно. На хорошее дело, пожалуйста. А так, без спроса, на всех не напасешься. Ты небось... тоже за нашим снегом заявилась, признавайся. Очень мне нужен ваш снег, своего помощи вашего было. У нас тоже так начиналось. Сначала не жалко было, а потом пол Антарктиды выкопали. Да. Ну и дела. Ну ладно, не унывай. Я там у себя управлюсь и к вам приду порядок наводить. А ты как думала? Это моя гора, и никто меня здесь никогда не обгонит. А? Ясно? Ясно. Ты у нас чемпион. Чемпион не чемпион, а проигрывать не привык. Короче, я вижу, вам там без меня не справиться. Говори, как правильно в нее прыгать. Не боишься? Я ничего не боюсь. Это меня надо бояться. Потому что я медведь! Понятно? И к тому же у вас наверняка нет никакого плана. А какой план? У тебя есть план? Конечно! Главное достоинство медведя — это не сила, а ум. Знаешь, как моего дедушку зовут? Как? Умка! Слушай, а какой у тебя план? Об этом пока рано. Любой план должен быть в секрете. И как в нее прыгают? Очень просто. А? Догоняй! Слушай, а мама тебя не будет искать? Мама подумает, что я у бабушки, а бабушка будет думать, что я у мамы. Я так уже делал. Мы ведь ненадолго. Thank you.
хорошо летят. Где садиться будем? И чего ж так орать? Ночь на дворе. И когда она только кончится, эта ночь? Скорей бы утро. Ой, что это? Это не снег. Осторожно, не трогай! Мартик, это Элька, мой друг Северного полюса. Элька, Элька, это Мартик, мой друг Северного полюса. Что это было? А разве Таша тебе не рассказывала? Это же Макси Маус. Он питается джусом и льдом. И я думаю, что это именно он сожрал уже пол нашей Антарктиды. А этот, как это, Макси Маус, он вообще кто? Я выяснил, что это робот. Он заморозил во дворце развлечений всех людей. Кого ж тогда развлекают пингвины? Хозяина. А этот Макси Джус делает наших родителей послушными. А я всегда и говорила, что он только для детей. Так, если это робот, надо его сломать! Давай, Таша, созывай на совет всех своих друзей. Только быстро. А вы кто? Сразу видно, что вы не местный. Да. А как вы догадались? А у нас здесь нет белых медведей. А, ну да. Вылезайте, я вам говорю! Что ж вы меня позорите? Ишь, попрятались! Тоже мне друзья. Друзья? Друзья! Наш враг огромен! Он очень силен! Он увел вас и родителей! Как все интересно! Отнимает ваш снег! Он хочет погубить Антарктиду! Ничего не получится! Правильно! У него ничего не получится! Потому что он не сможет сделать главного! Разрушить могучую силу нашей дружбы! Он один, а нас много, и мы победим! Ура! Я вижу, вы настоящие герои! И поэтому мы прямо сейчас идем и делаем засаду для Макси Мауса, и мы... Mm-hmm.
дело? Куда они опять все подевались? Понимаешь, Элька, друзей-то много. Только они никуда не пойдут. Все ужасно боятся. Так, понятно. Ладно, тогда Мартик идет следить за Максимаусом, а мы, старший, идем во дворец искать того, кто управляет этим чудищем. У тебя там есть кто-нибудь из агентуры? Да, кое-кто имеется. Человеческие дети тоже недовольны тем, что происходит. Дети на нашей стороне. Дети нам помогут, я в этом уверена. Отлично, тогда вперед. Ага. Эй! Ну, ты идешь или нет? Может быть, я здесь как-нибудь послежу. Ну, вы даете. С кем же мне тогда вашу Антарктиду спасать? Одному, что ли? А я? Я-я! Где твои друзья хваленые? Болтушка! Теперь тебе дома не отсидеться. Придется идти на задание. Мы победим! Задание выполнено. Отлично. Я вижу образцы великолепны. Однако у меня есть к вам маленький вопрос. А может, вы никуда и не летали, а весь снег здесь собрали? Но отвечайте! Нет, нет, босс, клянусь, снег мы там набрали. Весь фокус в том, что между Арктикой и Антарктикой есть туннель. Вот мы в этот туннель и провалились, даже охнуть не успели. Хватит сказки рассказывать. Может, вы туннель дружбы нашли? Но его видят только те, кто умеет дружить. Как же вы в него провалились? Случайно как-то получилось. Что за бред? Босс! Да никакой это не бред. Точно тоннель, чтоб я коченел. Яма такая здоровенная, мы в нее сразу раз и тута. Ща по тоннелю как рвану. Стоять! Вы что, действительно обнаружили тоннель дружбы? Да, босс, это такое тоннелище. Вам понравится. И самое главное, что теперь снег Северного полюса перетащить по тоннелю к нам, это расплюнуть. И не нужны никакие дирижабли, корабли, самолеты. Это я не ваш самолет имел в виду. Вот, смотрите, какую штуковину мы изобрели. Ставим насос, нажимаем на рычаг, и весь снег Арктики наш. Весь снег наш, говорите? Я хочу посмотреть на этот тоннель. Ничего не получится. Ого. Нужно проблему решать радикально. Отпуск нужен и нужен сменщик.
теплое море плещет, остужая горячий песок. Где-то в далекой холодной стране закончится бурное лето, что было отпущено мне. Здрасте, я по объявлению. По какому объявлению? По вашему. Вам ведь нужна помощь. Да. Вот я и пришел. Простите. Ну, помогите же, ну. Да. У меня очень важное задание. Оно, к сожалению, секретное. Я не могу вам о нем ничего сказать. Мне просто нужна ваша рация. Это мне тоже пригодится. Где-то я видел видеокамеру. Ага, еще вот это. И какой-нибудь компьютер. Вы только не волнуйтесь. Прислали. А меня кто заберет? Не, я не сменщик, но я правда могу вам помочь. Это ваше письмо лучше по морю отправить. Мои родственники запросто вам помогут. Тюлени? А интернет у вас есть? С утра не было. Да ладно, интернет везде есть. Так, красный или синий? Ага, значит, этот. Сменщики не приедут. Ладно. Нет, нет, что вы. Я чай не пью. Я же тюлень. Вот это да! У нас такого нет. А где здесь вход? Вход вон там, но он охраняется, и нам внутрь ни за что не пробраться. Даже не думай. А зачем же мы сюда пришли? Не знаю. Это же твой план. Ах да. Какой смелый. А это что такое? А? Это твои поклонники. Что, не узнал свою бесстрашную армию? Ты им, кажется, понравился. Как они здесь оказались? Они теперь всегда будут ходить за тобой. Не хочешь выступить с речью? Эй! Они хорошо реагируют на «Мы победим». Мы победим! Все, мы пропали! Нас услышат! Тихо всем!
Вот, у меня есть план. Устроим психическую атаку. Точно! И ничего не получится. Вот увидите. Мы! Своим новым другом. Конечно. Это Элька, белый медведь. А как он здесь оказался? Белые медведи есть только на Северном полюсе. Это я его сюда притащила по тоннелю дружбы. Он сильный и умный. Он согласился нам помочь. По тоннелю дружбы? Никто меня сюда не притаскивал. Я сам прилетел. Таша, тебе пора объяснить Герде, зачем мы здесь. Да, конечно. Герда, ты должна нам помочь. Нам надо отыскать пульт управления Максимаусом. Я понимаю. Вы хотите сломать Максимауса, так как считаете, что он всего лишь большая и глупая игрушка. И очень вредная. Мы видим, как он пожирает ваш снег и растет на глазах. Ясно, что он хочет сожрать всю вашу Антарктиду. А потом и за наш снежок примется. Мы с Дашей видели, что кто-то у нас уже ворует снег. Поэтому я здесь. Ах, вот что. И до вас добрались. Отважный Элька. Это очень благородно прийти к нам помогать. Но найти и сломать пульт управления этого мало. Как мало? Это самое главное! Надо найти того, кто им управляет. Герда! Ты что, обалдела? Каждому встречному рассказывать наши секреты. Знакомьтесь, это мой маленький братишка Кай. Не беспокойся, Кай. Это друзья. Они хотят спасти Антарктиду от злых людей, которые кормят Максимауса нашим драгоценным снегом. Чего? Чего они хотят? Они хотят сломать Максимауса? Да как они? Да как они это сделают? Очень просто. Мы расскажем им про пульт управления, а они покажут нам вход в тоннель дружбы. Ведь только он спасет нас. То есть Антарктиду. Правда, Кай? Я, кажется, начинаю тебя понимать. Они покажут нам, где тоннель дружбы, я правильно понял? Вот именно.
Эта комната секретная. Злые люди не знают о ее существовании. Дело в том, что мой милый Кай – вундеркинд. И они за ним охотятся, чтобы использовать его гениальный мозг. Поэтому мы его скрываем. И связь с ним могу поддерживать только я. Ах, если он такой умный, может, он нам поможет избавиться от Макси Мауса? Конечно! Я же говорю, именно этим он и занимается. Он сейчас работает над созданием анти-Макси Мауса, который... Нам срочно надо найти пульт управления. Вы нам поможете? Ну, конечно! Но про пульт управления известно только одно. Он находится внутри тоннеля дружбы. Вы должны показать нам, где тоннель дружбы, а там уже будет пульт. Но я там два раза летала и ничего подобного не видела. Да там не летать надо, а ползать. Ну и чего же мы ждем? Идем скорее к тоннелю. Кстати, нам будут нужны веревки для спуска. А, веревки нам понадобятся, это точно. Это еще что такое? Это наши детские игрушки. А мы уже и забыли за этими заботами, как в них играть. Ну что, в путь? У нас мало времени. Я выгляну, нет ли кого в коридоре, а то вас живо сцапают. А ну проваливайте, чтоб не души, ясно? Слушай, а ей доверять можно? Откуда она взялась? Эх, Элька, это долгая история. Но поверь мне, они настрадались от злых людей не меньше нашего. Знаешь, что они сделали с их родителями? Ну ничего, мы с этим покончим. А разморозить их нельзя? Можно. Только мы с Каем этого не хотим. Как? Не хотите? Ах, бедные мои папочка и мамочка! Вы навсегда останетесь в сердцах ваших любящих детишек такими же добрыми и справедливыми, как до заморозки. Я не позволю из своих папеньки и маменьки сделать отморозков. Что они там делают? Они же их мучают. В снежном белом королевстве люди добрыми все были. В снежном белом королевстве звери, птицы мирно жили. Но пришел огромный робот, заморозил сразу всех. Белых снег. Был когда-то маленьким, он был когда-то маленьким. Каждый, кто был маленьким, стать большим хотел. Но на белом свете, на маленькой планете, у каждого в размерах должен быть предел. Робот правит в королевстве, люди очень злыми стали, превратились в отморозков, вместо сердца лед оставив. В снежном белом королевстве позабыли слово дружба. Только за себя. В снежном белом королевстве льда осталось.
Значит, если человека отморозить, он становится злым? А? Правильно. Мы их называем отморозками. И их лучше заморозить обратно. Ты же видишь, что творят? Ну, посмотри. Я этого не вынесу. Прости, Герда. Теперь я понимаю твое горе. Я сначала, если честно, тебе не доверял. Идем к тоннелю. Ты покажешь нам пульт. Надо остановить это злобное чучело. Порция льда должна быть удвоена. Сам отключайся. Не создавай помехи. У меня здесь работа идет. Не знаю я твою работу. Ты за Макси Маусом шпионишь. А я сейчас его на тебя донесу. Ну и иди. Жалуйся своему этому Макси Маусу. Сам ты справиться не можешь. Слабак. Я? Да я с кем угодно справлюсь. Ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Я Кай. Кай, не знаю я такого. Ты лучше выбирай оружие. Хочешь на мечах, на бластерах, на термоядерных пушках или просто на кулаках. Устроим дуэль. Кто проиграет, тот и отключается от сети. Слушай, а как этим пользоваться-то? Я такого никогда не видел. Что? Никогда не видел? Ну ты ламер! Да я тебя порву на пиксели! Не надо меня рвать! Ну ладно, ладно. А ты-то во что играешь? Ну вот. Думаю, ты уже 100 лет никто не играет. Ладно, беру над тобой шефство. Первые 3 игры даю фору. Потом будем биться на равных. Объясняю один раз. Готов? Готов. Если бы не ты, не было бы у нас своего агента среди отморозков. Что делать, друзья? Приходится иногда хитрить, чтобы творить добро. Стой, не видишь, что ли? Вот он, тоннель! Где? Где там? Да вот же он, почти под ногами! А, правда! Мне что-то глаза снегом запорошило. Вижу, конечно. Герда, да что с тобой? Ты чуть не провалилась. Ой, да что же это я? Вот же он. Ой, наверное, укачала. Ну что? Доставай веревки, полезли за пультом управления. Веревки? Ах, да. Ой!
какие вы мне друзья, глупые зверюшки. Всегда знал, что девчонкам доверять нельзя. А я же не знала! Все, мы пропали! Слушай, а ты молодец! За одну игру уже почти на равных! Я же вундеркинд! Ну вот этот приемчик ты еще не знаешь! Все в порядке. Они показали мне место тоннеля. Не Сисифон. А это еще кто? Это Мартик, мой друг. Друг? Откуда он здесь взялся? Разве ты забыл, кто такие друзья? Нет. Ну, так кто же такие друзья? Друзья – это такие люди, которые могут тебя предать. А? Ну и? Но ведь он же тюлень! Да какая разница! А ну быстро хватай его и тащи сюда! Здесь уже есть для него компания. Посади их вместе и пускай дружат. Прости, друг, но она права. Все друзья рано или поздно предают. И лучше первым это сделаю я. Видишь маячок, который я воткнула там? Это тот, что на краю этой огромной ямы? Что такое? Ты видишь тоннель? А? Это и есть тоннель? Понятно! Ну что? Хотят сифон, что ли? Конечно, втыкай! Придется Кайчика немного подморозить. Снежные полюса по всей планете. Ты доволен? Да, это здорово. Не слышу радости, братик. А давай Мартика с собой возьмем. А кстати, где они? Похоже, мы их засыпали. О,
Помогай, сестренка! Вернись! Я все прощу! Заморозили. Как же они могли? Какое коварство! Смотрите, что это? Побежали! А как ты здесь оказалась? Ну вот, ты нас, кажется, и догнала. Что дальше? Предлагаю мир. Какой мир? Да ты знаешь, что делают с такими, как ты? Знаю, но прошу вас этого не делать. Вам сейчас лучше думать о моем сумасшедшем брате. Дружба это у него в первый раз. И, похоже, нам с этим не справиться. И все из-за Мартика, между прочим. Макси Мауса, я согласен. Надо его сломать. Герду тоже надо размораживать основательно. А вот Кай, он нормальный. Просто он не в те игры играет. И я готов его взять на поруки. Ну, и чем ты нам можешь быть полезна? Не волнуйтесь. Я знаю, как бороться с Макси Маусом. Мой бедный маленький братик просил родителей подарить ему большого медведя. Они же подарили ему маленького механического мышонка. Других друзей у него никогда не было. Слушай, а как он умудрился его так вырастить? Он же вундеркинд. Он все время копался со своим мышонком, менял ему какие-то запчасти. Но как же он додумался людей замораживать? Он додумался. Это я додумалась. Потому что я не люблю, когда мне что-то запрещают. Хватит играть! Садись за уроки! Не пей воду из холодильника, заболеешь! Не грызи сосульки, замерзнешь! А может, я и хотела замерзнуть! И вообще, снежные королевы не мерзнут! А, так ты у нас снежная королева! Угу. Да! И мой дворец – холодильник! Самый большой холодильник в мире! Ясно? Ясно! Я не понимаю, ты-то чему радуешься? Да нет, я не радуюсь. Ну, то есть, я радуюсь, но не потому, что всех заморозили, а просто... Просто я теперь понял, как всех разморозить! Какой умный тюлень! А как сладить с великим и ужасным Макси Маусом, ты тоже уже придумал? Откуда в тебе столько злости? Я не злая. Я просто очень люблю грызть сосульки. И не люблю, когда мне мешают. О, сосульки? А по-моему, их только белые медведи грызут. Да ничего подобного. Мы их просто так тоже не грызем. Мы их сначала красим вареньем. И то по праздникам. А я больше мороженое люблю. Мороженое я тоже люблю. Кто ж его не любит? А что такое мороженое? Что? Может, ты и конфеты никогда не ела? Бедняга. Да еще! Ай, сначала во дворец проведи. Ничего не получится. Ah!
Говори, что ты там придумал с этим размораживанием? Ну как, Герда же говорит, что весь дворец развлечений – это большой холодильник. Значит... Значит, надо его сломать! Зачем? Достаточно отключить. А, ну да. Надо только поискать рубильник. Ты не подскажешь, где он? Не знаю. Кая своего спроси. Вы же, кажется, друзья. Все ясно. Мартик и Таша, вы идите ищите рубильник и займитесь размораживанием. А я за Гердой послежу. Чтобы все было нормально. Как интересно. Прошу. Так, так, так. Так я и думал. Здесь сидел диджей. Ну, все разбрелись, поэтому и диджею здесь делать нечего. О, вот же он! Кто, диджей? Рубильник! Ты что, плясать сюда пришла? Нам ни за что туда не добраться. Тошка, ты чё? Сколько тебе понадобится времени, чтобы разобраться с этим твоим электричеством? А? Ну, где-то... полчаса. А что? А побыстрее нельзя? Ты что задумала? Я всегда неплохо выступала в школьном театре. Это будет мой первый настоящий спектакль. Мартик, обещай мне, что не будешь потом надо мной смеяться. Да ты что? Хочешь туда прыгнуть? Да, чтобы отвлечь охранников. Они же любят посмотреть, как забавно кувыркаются пингвины на этом пингвин-боле. Я устрою им настоящее шоу. Это будет мой звездный час! Мартик, у тебя будет целых 5 минут на твой пакетник. Что? Сколько? Кстати, не забудь меня как следует представить. Ну ты даешь. Внимание... внимание! Просим всех вернуться в зал! Смертельный трюк! Спешите занять места в центральном зале пингвинбола! Уникальное зрелище! Летающая пингвиночка! Она может продержаться на игровом поле не менее 15 минут!
вовсе не хочет остановить Макси Мауса. Она хочет направить его против вас. А ты, Герда, как была злюкой, так и осталась. Ага, так ты уже все заблокировал? Вундеркинд проклятый. Отлично. Останешься без сосулек. А я их никогда не любил. Я ел их только потому, что ты обещала отнять моего Макси Мауса, если я не буду тебя слушать. Ай, ты чё? Обещала? Отниму. Кстати, пока ты гонялся за Мартиком, Макси Маус пропустил две ледовые кормежки. А пингвины, между прочим, разбежались по домам. И таскать снег некому. Ах, правда. Температура критическая. Что же делать? Ладно, тогда я съем твой ледяной дворец. Я доберусь, я до тебя доберусь, Вундеркинд. Что происходит? Говори. Понимаешь, он ест лед для того, чтобы охлаждать свои огромные механизмы. Иначе от перегрева он может взорваться. Так значит, он сейчас будет пожирать дворец? Да, надо спасаться. Ты же обещала его сломать. И мы отсюда не двинемся, пока ты этого не сделаешь. Тем более, дверь закрыта. И ты не хочешь спасти своих друзей? Макси Маус раздавит их, как лягушат. Раздавит! Ну, медведь. Далеко? Не понял. Здесь комната охраны. На мониторах можно увидеть все уголки дворца. О! А вот и Таша. Кажется, ей мы уже не можем помочь. Таша, Мартик, уходите, уходите! Илька, еще немного осталось! Ой, как интересно! Не, не получится. Я тебя... Как интересно! Марти! Ну, наконец-то! Надо бежать из дворца! Вытащить Ташу. Она сейчас сама провалится в дырку пингвинбола. Ее надо ловить уже снаружи. А что здесь делает Макси Маус? Макси Маус сейчас будет есть дворец. Еще неизвестно, кто кого съест. Ты что, хочешь остаться? Это мой дворец, и я его королева. Мы еще повоюем, дорогой братик. Нет, это я должен остаться. Макси Маусу нужен только я. А вы идите, я вас всех спасу. Чё, герой? Нет. Ну тогда беги за Дашей. Тебе не по зубам.
Хорошо висим. Предлагаю мир. Вы победили. Победила дружба. Мой дворец. Мои игрушки. Погодка летняя, вот до лета и будем в ней париться. Нам всем нужен опыт. Получилось разморозить! Ничего у вас не получится. Без меня, разумеется. Да, вот этими самыми лапами я и погубила Макси Мауса. Вы что, мне не верите? Конечно. У меня есть свидетели. Все молодцы, прям герои. Давайте-ка еще чайку. Ну, кто там еще? Сюрприз! Папа подарил мне новый велосипед.
велосипед был, я подумал, что если его немного переделать? Как все интересно! Давай, давай скорее дружить.
Дружево!